А вы по гороскопу стрелец, насколько я знаю. И куда бы вы метнули стрелы в первую очередь? На какие сферы человеческой жизни? Я уж давно их метаю. Господи. Как бы, мне кажется, я человек достаточно общественно видный, поэтому как бы шумею. Что вы думаете о кризисе подросткового возраста? В чем он выражается? То в подростковом возрасте всегда подростки или в легком, или в среднем, или в тяжелом конфликте с родителями. Я думаю, что это нормально. Я не являлся исключением. И, конечно, у меня были конфликты с родителями. В какой степени? Я думаю, что средней текучести. Вот и все. Вот, средней тяжести, да. У меня в основном проблемы с прыщами были. Я все время, у меня все лицо было в прыщах, ей-богу. Я так мучился из-за этого. Ну, да, так и должно быть, потому что родители, вот мы теперь сами родители, и как бы мы хотим тоже, как когда-то нас наши родители хотели там от чего-то оградить и давали какие-то там советы. Вот. Не знаю, мне кажется, мы еще пока нашим так особых советов не даем. Существует достаточно устойчивое понятие тусовки, молодежной тусовки. Как выглядела молодежная тусовка в ваше время, в подростковом возрасте? Ну как? Расскажите, поясните. В общем, были арене как бы таким маячком, да? Короче, все были с длинными волосами, в клешах. Джинсы, если. Значит, в клешах, в ботинках, на платформе, в цветных рубашках. Да. Короче, выглядели точно так же, как сейчас. Абсолютно. Ваши ассоциации с рок-клубом. Какая нафиг ассоциация? Ну, как бы, мы до такой степени, если говорить обо мне, я всю жизнь в этом живу. У меня ассоциации с рок-клубом. Ну, допустим. Абсолютно никаких. У меня в основном проблемы с прыщами были. Я все время, у меня все лицо было в прыщах, ей-богу. Я так мучился из-за этого. Звучал новый закон притяжения, к чему вас тянет? Притяжение или притягательность между людьми – это обаяние человеческое. У меня в основном проблемы с прыщами были, я все время, у меня все лицо было в прыщах, ей-богу, я так мучился из-за этого. А что бы вы пожелали вообще молодежи нашего города? У вас есть рок-клуб? Есть, недавно открыли. Вот, я желаю, чтобы ваш рок-клуб не сгорел. Yeah.
Why?